Здравствуйте, друзья. Я хочу сказать, что у нас... Ух ты, господи. Вы не представляете, что сейчас произошло. Вот сейчас человек передо мной тут стоял, вот тут, и он дверь открыл на ходу, и что-то так он... И чуть меня не долбанул. Ужас. Женщина. Так вот, я сначала начну. Здравствуйте, друзья. У нас появился новый плейлист, который называется... рассмотреть мою ситуацию. И там довольно много сюжетов за последние месяцев 10. Я дальше там не стал глубже копать. Если кто-то захочет включить туда что-то из предыдущего, просто мне напишите в личку, я обязательно включу. Но идея такая, там очень много ситуаций разобрано и с молодыми, и постарше, и с программистами, и с нефтяниками, и с рабочей визой, и вообще без эмиграции, или и с родителями, и с детьми, и английский, и без английского, и все на свете там разобрано. Поэтому я специально создал этот плейлист, чтобы не создавать новые сюжеты в этом направлении, потому что они, в общем-то, повторяются, и все, что я мог сказать, я уже сказал. Мне продолжают поступать вопросы из этой серии, вот рассмотрите мою ситуацию. И, безусловно, если там что-то такое, ну, достаточно пионерское, что ли, вот, я с удовольствием добавлю. Вот, но если это как бы в том же русле, и там с переменой там одного слова в вопросе, профессии, возраста, города, там, страны и так далее, то я хочу сказать, что есть плейлист, и, ну, я... Максимум, что я могу сделать, я могу просто дать ссылку на этот плейлист или сказать там, у нас есть плейлист, рассмотрите мою ситуацию. Вот, собственно, и все. Я просто призываю тех, у кого вопросы возникают, посмотреть плейлист. Или, во всяком случае, так его пролистать. Может быть, там есть похожие на ваши вопросы, и уже они отвечены и так далее. Потому что я просто не имею возможности и не хочу терроризировать остальных наших зрителей, которые уже этого насмотрелись, и им сложно. То есть у нас как бы все-таки, когда я отвечаю на частный вопрос, частный, конкретного человека, я это делаю в том смысле, в каком это может быть интересно другим людям, потому что иначе это просто вопрос в личку, или там, ну, что-то такое не подразумевающее, что будет какое-то видео, и что его будет смотреть несколько тысяч человек и так далее. Поэтому вот такая, ну, как бы новость, не новость, но информация. Счастливо!